Елена, медсестра, Краснодарский край. Я устала. Если честно, сил вообще никаких нет. Слава богу, что не жарко. Я почему-то все время думаю, что если было бы жарко, то мы бы вообще здесь все с ума посходили. Нас очень долго не закрывали на ковид. Говорили, что вообще это все выдумки, что нет никакого вируса, и распространяли сюжеты какие-то по федеральным каналам, что мы еще осенью все переболели вирусной пневмонией. И нам говорили: вот, видите, мы же уже переболели. Но больных становилось все больше, болели тяжко. Первое время мы вообще прям не знали, что с ними делать. Ну, смотрели новости, видео по интернету. Наши врачи звонили московским врачам. Те по видеосвязи показывали, как переворачивать больных. Ну и вообще, что как. Костюмы мы тоже учились по интернету одевать. Ну, сейчас вообще все на автомате. Я вот же говорю... Главное, что не жарко. Я ухожу после смены и стою на улице и дышу полной грудью. А потом вспоминаю тех пациентов, ну, что лежат у нас и надышаться не могут. Воздуха не хватает. Прям как-то стыдно становится. Я вот читаю новости, что вирус становится все меньше и меньше, заболевших меньше. Вот про нас я такое сказать вообще не могу. Больных много. Болеют тяжко. Вот разве что мы, ну, можно так сказать, как-то руку набили, что ли. Да и лето, как-то психологически попроще, не знаю, как вам объяснить. Я вот только боюсь, что сейчас все поедут на курорты, на море. Что это потом будет-то? Спасибо вам вообще, что с нами разговариваете. А то мы тут варимся во всем своем. Как-то иногда кажется, что где-то там все вернулись к нормальной жизни, и нет никакой эпидемии. Тогда я спрашиваю, а что это вот за красная зона? И что мы вообще здесь все делаем? Ну, в общем, две реальности. Мы внутри какой-то необъявленной войны, вокруг мир. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Еще раз повторю, я очень устала.